Другим новостям. В Татарстане уволили участкового за то, что он составил административный протокол на сотрудников ГИБДД. В начале октября Айдар Нуриев остановил патрульный автомобиль и зафиксировал на видео, что один из инспекторов ехал на заднем сиденье непристегнутым. Вот эти кадры. Данный сотрудник, номер жетона 161090, не был сзади пристегнут. О чем свидетельствует моя видеозапись на данном телефоне. Вы находились непосредственно за рулем. Вас прошу предоставить водительское и свидетельство о регистрации. На настоящий момент это мое законное требование согласно приказу 166 пункт 5. Будьте добры, пожалуйста. Внутреннее расследование показало, что такую бдительность участковый проявил не случайно, просто этот же экипаж чуть ранее оштрафовал его самого за езду на служебной машине без путевого листа. То есть он решил просто отомстить коллегам. Они его наказали на 500 рублей, а он их на 1000. Но все равно в итоге Нуриев оказался в проигрыше. За такую вендетту его уволили из органов, а инспекторы ГИБДД получили строгий выговор. Значит, вот данный сотрудник...